Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Нестабильность. Спите, что ли, воробушки? А не, не спите. Салют, салют. Салют. Так хочется шлепнуть вам. Пак. Пятерочку тоже. Оп. Здрасте. Нормально, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Холи, холи. Здорово, Дэн. Привет, привет. О, из Австрии, не пойся. Да домой иду, спасибо. Я бухой пиздец, вот это зря. Такс, 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 такс. Да не, хотя что зря, господи. Хочешь бухой? Да нормально. Чего вы не спите-то? Я думаю, интересно. Такс. Куда идешь? К дому. К дому. Иду. Виталика, с днем рождения. От души. Салам Кыргызстану. Хабиб, однозначно. Германии привет. Вот с альбомом, блин, не могу пока сказать. Черт побери, к сожалению. Ну, блин, ждите, ждите. Пожалуйста, молю. Такс, такс, такс. Да... Пу-пу-пу. Мне из этих... Ладно. Так. Короче, я вот... Ладно, не буду показывать. А то сейчас мало ли кто мне пиздюлей захочет надавать. Быстренько подтянется сюда. Ой, спасибо. Здрасте. На каком районе? Да на Приморском. Добрый вечер, добрый. Колин, весы. Ладно. Расти усы, усы не растут, падла. Да не ссать, это мое, а вот усы не растут. Вы-то как, братцы?
Приморский большой, да. Но я в самой попке Приморского. Дам подсказку. Так. В Якутск приедешь с концертом, да? Как бы я в Якутске был уже. Я с огромным бы удовольствием. О, писюканец, мир. Здорово, здорово. Надо наладить концертную деятельность. И я бы так с радостью вообще всех бы прокачал. О, КМКК рулит однозначно. Вообще. Тут же знаете, какая ситуация? Тут одного желания где-то выступать это мало. Если бы была моя воля, я бы просто вообще не вылезал бы. Просто не вылезал бы из городов. Всех бы прокачивал. Всю душу бы отдал. Но в этой блядской индустрии не все так просто, к огромному сожалению и разочарованию. Ну ничего, прорвемся. Хабиб, Хабиб. Но у Конора нельзя этого ирландского засранца списывать со счетов, потому что он реально опасен в стойке однозначно. Да пить, да, но... пить вредно, умирать здоровым обидно. В этом что-то есть. В Москву приезжай, приеду. В Якутске. Да приеду стопудово. Ох, какой сладкий голос. Этот голосок. Да, ну спасибо. Ладно, покажу вам немножко кусочек Приморского района. Вот, собственно, здесь я и живу. Ростов. В Ростов нас приглашали, честно говоря, 3 раза, но так и не, блин, не срослось нифига. Альбомчик готовится, но очень медленно. Он мог бы быть уже выпущен, но зачитай. Нет. Нет. Не сейчас, братцы, не сейчас. Погодка, но сегодня попрохладнее. Так я одинаменько, я одна выйду гулять. Жара была несусветная, честно говоря. Вот всю неделю. Да какую неделю? 2 недели. У меня еще в хате окна выходят на одну сторону. Вот, и довольно-таки это было таким испытанием хорошим. На следующее лето надо ставить кондей. У меня не было, ну и нету кондиционера. Надо. Давай только на, так, Dragon, не растягивай на 7 лет. Когда альбом, Коля. Такс. Ростов, пиздец, пекло. Да представляю. Представляю. Да не представляю, могу себе только представить. Я же говорю, ребятки, вот. Ух. Но, с другой стороны, сегодня немножко стало так прохладненько. Я вот в шортках. Уже, как говорится, у нас же как? У нас либо этот холод ебаный, и когда эта жара ебучая, у нас только из крайности в крайность. Факт, Джамбази будут треки? Будут, будут. Будут. Файк и Джамбази не разделить априори никогда. О, Кать, привет. Кать, я знаю, такс. Блин, скоро в Питер еду. Да не едь, нехуй здесь делать. Честно тебе признаюсь.
уже как 10 лет слушаю тебя, и это кайфуха. Кайфуха-то вот такое читать, если честно. Так, бомба еще и ебанет. Блин, вот эти треки вообще не... Надо было выпустить это все, был бы хороший альбом. Полный проеб. Согласен. ПТХа из ЕКБ. Не на конференцию. Не понял нихуя. Кролу подходи. Глебан, салют. Респект, брат, респект. Кролу салют, братишечке моему. Когда новое что-то будет, вот... Хоть сейчас бы выкинул, но как показывает практика, никто слушать не будет. Нужна какая-то концепция, блядь. Хотя бы EP. EP тоже выпускать как-то обломно. Я вот, честно говоря, очень рассчитывал там... Ну, короче, ладно, посмотрим. Посмотрим, братцы, посмотрим. Главное, кому-то интересно уже. Меня презирают за то, что тебя слушаю. Но я их шлю нахуй. С твоей скоростной читки. Но кто тебя презирает, тот просто опущенец, вонючка. В смысле презирают, блядь? Секрет твоей... Ахаха, Колян. Блядь, что-то потерялся. Короче, презирают, ты презирай их. Они не тебя презирают, они себя презирают. Глупцы, глупцы. Так. Запрос на участие в вашем прямом эфире. А что, надо запрос отправлять на участие в моем прямом эфире? О, Лариончик присоединился. Ларион — это человек, который клип не снимал. С невероятной, приятной гостеприимностью. Гостеприимством. И Лариончик, салют, брат. Так, привет, привет. Привет, ребятки, привет. Бамблбизи слыхал. 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 Ясно, нафиг, ты нифига не ясно. Нафиг чуть про... Напиши еще раз, пожалуйста. Ты нифига не ясно, что-то там нафиг. Сори, сори, профукал. Просто под ноги же еще лицезрею себе. Салют, Лариончик, салют, брат. Так, чтобы не это... Сегодня похоронили нашего близкого друга Борю Алматива. Привет, дружище, какие планы на ближайшее будущее? Встретим, спасибо, привет от телеков. О-о-о-о. Этому ублюдку тоже привет от меня. Телек в порядке. О, Николай, салют Сатырау с запада Казахстана. Ух, отлично вообще. Класс. Смотри, да, кто-то раздувал же за фит домино, ты бамбл, типа, так будет? Будет, будет. Так, Сколя, занимаешься? Чем? Занимаюсь. Презирают за то, что ты читаешь быстро, и из-за этого ничего не ясно, мол, как это можно слушать, а я все понимаю. Да я вот на самом деле думаю, что... У меня, кстати, треки, которые медленные, они получаются вообще крутые. Я так и буду делать, скорее всего. Ты что-то делаешь, что-то готовишь, джамбы и фиты, когда... Ну, с джамбой у меня всегда все на боевой готовности. Особо не надо ничего придумывать. Мы, когда встречаемся с джамбой, у нас все пак.
Мы с Джамбой те альбомы, которые записали, мы их записали на коленочке вообще. Просто пык-пык-пык. Так что в этом, брат, это телек. Обнял, я пишу. Здорово, засранец. Тоже обнял, обнял. Соболезнования, братан. А, по поводу Борясика, да. Языку привет. Значит, так просто, кому... Знаете, что-то плохо видно стало, да? У меня старый-старый друг мой, Боря Элмотив, это... Вряд ли вы, ну, тем более здесь, скорее всего, такая хип-хоп аудитория, как, ну... Боря Элмотив, это добрейший души человек. Просто обалденный пацан сам по себе, и он легенда именно хаус-движения. Он меня научил сводить... А, пластинки, вот. Он типа по техниксу только угорал всегда. Он там какой-то придумал какую-то примочку к техниксу, сделал свою компанию Мацушита Магнат. Но парень был просто обалденный. И вот он, блин, врезался в дерево. Блин. Светлая память, земля пухом. Как говорится, блин. Все, кто уходит так рано, особенно они... Но мы сегодня уже нарыдались, наплакались, поэтому не будем об этом. Зура Матуа, Колясик, салют. Салют, Зурик, салют. Я его знал. Так его кто не знал, блин. Боря — это легенда вообще. Ну, не побоюсь этого слова, легенда. Кто знает клуб Тоннель, кто знает вообще андеграунд Ленинграда, ну, Питера, тот даже не обсуждается. Как говорится, кто в Питере жил и не знает Борю Элмотива, тот в Питере не жил. Обалденный парень. Но вот уходят все, блядь, быстренько, к сожалению. Давай со Смоки и Джамбой трек. Так Смоки что-то гасится, не знаю. Не хочет со мной иметь взаимоотношений. Не хочет со мной встречаться. К сожалению. Гоша Анатольевич, салют, салют. Салют. Ну сейчас еще чуть-чуть пройдемся. И завернем в одно местечко, которое я вам, конечно же, не покажу. Такс. Ну чё, всё? Да будет. Будет. Как говорится, то ли ещё будет. Куда? Удержишь, просто я пропустил начало трансляции. Писюканец пишет, значит, такс, придется взлетать. Тяжелый, да, хотелось бы, да будет. Да не холодно. Только не бухай. Брали в гараже ансамбль, да. Это будет, блядь, это все будет, пацаны. У тебя был трек, сейчас в гараже, блин, это офигенный трек. Собрали в гараже самопально, ансамбль вокально-инструментальный. Играли в гараже, что-то там маниакально. Тяжелый металл на аппаратуре фекальной. Банды мы четырьмя музыкантами. Стили меняли, перебирали мирянты, но проебали барабан. Наступила борода и забили хуй четырьмя фигурантами. Я предполагал, что нам надо полобать, но я что-то, блядь, забыл. Но это будет круто. Там уже все записано. Так. Салам, брат, салам. Как дела, да? Блин, жив, здоров. В порядке.
Вот так вот вроде. Собаченька. Ну, собственно, спасибо за внимание. Вот я и преодолел дистанцию невероятно легко. Удивительно даже. Вроде как пиздуешь и пиздуешь, а вот так вот вообще даже не заметил. Всем салют, всем привет, всех люблю, всех целую. Лабрадора надо завести, кайфовые собаки. Вот, ну, собственно, и что бы вам сказать-то еще, друзьяшки. Друзья, друзья, товарищи. На улицах Ленинграда пустынно. Особо никого нет. Но пиздюльки здесь схватить всегда вполне реально. Поэтому я всегда с рюкзаком. А в рюкзаке у меня всегда паспорт. И связочка вот. Показываю свои окрестности. Небо нынче, как всегда, опасно. Вам, наверное, не видно нихуя. О, ничего себе, а тут, оказывается, все идет дальше. А я думал, что все закончилось. Да. Спасибо. Так. Давай, Коля, бомбанем. Да с фитами, братцы, проблемы. Проблемы. Надо материальчик самому поднаебенить как следует. Нужен материал. Сейчас я сделаю сольничек. И панк-рок. Да. Тяжело панку в рэп-культуре, черт побери. Ничего не меняется. Когда мясо мутить будешь, как раньше? Так я ни мясо никогда не мутил. Каждый мой трек — это мясо. Ну, не каждый, конечно, но в принципе я говна не делаю и никогда не делал. Куча моих треков засрана именно сведением и прочей вот этой какашкой. Все выпущено не так, как должно было быть. Это да. Ну и записано тоже не так, как полагается. Да блин. Господи. Я много чего проебал. Сколько треков на соленом? Примерно. Я бы хотел 12. Вот. На таких нормальных. О, привет, Колян, куда ты там мчишь? О, Алена, привет. Да я здесь, на райончике. На райончике у себя. Хожу, брожу. До дома не дохожу. А ты что делаешь? Тогда связь. Как соло сделаешь? Да хорошо. Ой.
знаете, пацаны, я тоже, как говорится, тут периодически там спрашиваю у чуваков, которые именно мне вот близкие по душе, которые мне нравятся. Я у них тоже спрашиваю, бро, может, фитонем? Они такие все меня очень культурно, уважительно. За это им, конечно, большой. Но такие подсливают потихой. Но мы люди не гордые. В каком районе? Я в Приморском. Что с комендант? С комендант, слава богу, все живы, здоровы. Обойма вообще блещет, как я полагаю. Так. Треки с Аликом будут. Обойма стреляет вообще. Это, блин, молодец. Работает постоянно. Студию открыл здесь у нас на райончике. Я еще не залетал. Но он что-то, падла, не приглашает. Но я залечу обязательно. А без семенин. Он это как его. Без быкосеменитель. У него там, по-моему, уже 40 детей или сколько. С Ренчиком, пельменчиком. А вот Даймона я, честно говоря, потерял из виду. Не видел давно. Я на дыбах. Так. Ну ты мне скинь в личечку где-то на дыбах. Может, я сейчас и сорвусь. С чем черт не шутит. Стань моим логопедом, а то заебало. Да почему заебало? Это фишка. Русский рэп — это рэп картавых, шепелявых, пердлявых, безвкусных, бесслухных. Просто вообще идиотов. Поэтому добро пожаловать в русский рэп. Это твое, чувак, врывайся. Наоборот. Здравствуйте, здравствуйте. Сэкономить захотелось. По-моему, с собой мы трека нет. Есть, есть. Бро, тебя не видно. Салют из Владивостока. Блин, вот стараюсь вообще. Владивостоку салют. С Владивостоком связано много приятных впечатлений. Поэтому Владивостоку не то что салют, а салютище. Видите, какие красивые люди. И базар такой. Бабишка капает за рекламу. Блогеры пошли. Блогеры. Так, не-не. Так, чисто для жизни дикцию наладить. Ну, дикцию наладить. Корабли лавировали, лавировали. Да не вылавировали. Классика. Привет из Иркутска. Вот, Иркутску привет. Блин, в Иркутск меня, кстати, тоже приглашали. Так, что-то не получилось. Рэп, шмэп. Со Смоки на коннекте? Не-не. Смоки не хочет со мной общаться, походу. Не знаю, не на коннекте. Не, мы хорошо, как бы, такие в уважении друг к другу. Но я ему пописываю иногда. А он мне не отвечает. Вот так вот. Такс. Не думал на Версус или рвать на битах. Вынес всех фастом, не напрягаясь. Да дело не в фасте. Фаст — это уже вообще просто прошлый век. Да я скороговорки уже заточил, но все равно глотаю буквы. Но я раньше, когда был маленький, я картавил. Очень страшно вообще. Просто очень страшно. Я не выговаривал R вообще. Но сам вообще, просто сам. Начал мне батя показал, сказал, типа, ты это язычок.
кверху. Я говорил так. Я вот говорил, я разговаривал вообще как гуф. Тут главное не запускать. Вот я, видимо, в свое время не запустил. И ничего, надрочился. Шавой воняет. Просто на всю округу. Полей Котельниково мчишь. А вот нет. Не там. От души. Как Антоха без поживает? Да в порядке вообще. У них с Ренчиком любовь. Можно только позавидовать. Фьюз, как общаетесь? Да, с Фьюзом в норме. Так, с Баста не пошутила. Хуй его знает. Ладно, братики, я тут подошел к месту назначения. Спасибо вам огромное за проведенное со мной время. Это было прикольно вообще. Буду выходить. Все, всем салютик. Коля Файк с вами.